отметить Новый год. Да прямо здесь, в самом сердце города. Ровно в 10 часов вечера встречаемся на Театральной площади. Дискотека, большой концерт, а в полночь грандиознейший фейерверк. Синоптики обещают, что погода будет хорошей, по-настоящему зимнюю, поэтому берите с собой хорошее настроение и друзей побольше. Все праздники в кинотеатрах будет идти кинолента «Викинги». Фильм о приходе к власти князя Владимира Святославича. Картина погрузит вас в раннее средневековье, поэтому без боев режиссеры не обошлись. Снимали «Викингов» аж 3 года, и главная роль могла достаться не Даниле Козловскому, а Сергею Безрукову, но он не прошел кастинг. Смотреть фильм лучше всего в кинотеатре «Саратов». Здесь самый большой экран в городе. Ну а тех, кто устанет от традиционных гуляний, мы приглашаем за новогодним настроением поближе к воде. Нет, не на набережную, а в бассейн «Саратов». Там пройдет новогоднее представление «Елка на воде». Зрители увидят номера от профессиональных спортсменов и артистов. Ну а главную елку мероприятие установят прямо в центре бассейна. Бросайте пить, вставайте на лыжи. 6 января – самое время прервать уже у кого-то затянувшееся застолье и отправиться на лыжный стадион на Пятой Дачной. Здесь пройдет традиционная рождественская гонка. Принять участие в ней может любой желающий. У каждого из вас будет индивидуальная дистанция. А в перерывах между гонками – развлекательная программа, подвижные игры и Дед Мороз со Снегурочкой. Запрягаем не коней, а оленей. В эти выходные в городском парке пройдет акция «Веселые забавы». Здесь можно будет покататься с горки, сфотографироваться с ростовыми куклами, а также прокатиться с ветерком. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Это был последний материал нашего предновогоднего выпуска программы новостей «Телеобъектив». Теперь с вами мы увидимся только в 2017 году, а из студии перемещаемся на съемочную площадку под открытым небом. И вот почему. Уходящий 2016 год високосный. Для многих он был по-настоящему тяжелым. В руках у нас символы нового 2017 года. И наверняка он тоже будет состоять из черных и белых полос. Ну и, кстати, по восточному календарю 2017 год – это год огненного петуха. А по словам астрологов, наступающий год должен быть более ярким и богатым на события. Если приложить максимум усилий, то год петуха точно принесет вам золотые яйца. С Новым годом!